последнее напутствие Николь Госвияни. Для Николь тоже очень важный сезон. Она в прошлом году успешно выступила на своем первом чемпионате Европы. Сразу же заняла шестое место. И мы помним ее выступление. Кстати, именно там она показала свои лучшие результаты на этом чемпионате Европы в Загребе. Соната Бетховена выбрана фигуристкой в качестве короткой программы. Соната номер 17. К сожалению, очень серьезная ошибка в самом начале программы. Фактически срывает она каскад из тройного флипа и тройного тулупа. И в итоге у нее каскад только тройной флип, одинарный тулуп. Ну и тройной флип, выполненный с ошибкой. Собственно, это и не позволило ей сделать каскад 3-3. В дальнейшем она справилась и с двойным акселем, и с тройным лутцем, но вот потеряла, конечно, на этом каскаде очень много. Это 5-6 баллов. Флипа не позволил ей нормально оттолкнуться. И в итоге каскад не получился. Вращение у нее все четвертого уровня.
вот за исключением вот этой ошибки в самом начале программы, в дальнейшем она сумела собраться и, в общем-то, исполнила все неплохо. И тот же тройной лутц получился у нее отменным. Личный рекорд в короткой программе был показан на чемпионате Европы в Загребе, где она заняла шестое место, 50,92 балла. Ну вот я смотрю, что за компоненты оценки у нее очень даже неплохие. Даже лучше, чем у Анны Погорелой, где-то от 6 до 6 и 0,6 балла. Ну вот, пожалуйста, даже с такой серьезной ошибкой на каскаде она, тем не менее, показывает результат 53,76 балла. Это ее лучший результат в ее карьере. То есть остается только сожалеть, потому что получился бы этот результат